Карачаево-Черкесия в лицах и судьбах. Необычная уличная фотовыставка открылась прямо на центральном бульваре республиканской столицы. Автор Андрей Смольников выставил не просто портреты наших земляков, он смог четко передать их человеческую судьбу. Что неудивительно, он человек удивительной судьбы. В прошлом военный офицер, прошел чеченскую и защищал Дагестан от боевиков. Сейчас Андрей Смольников – фотохудожник Международной федерации фотоискусства, кавалер Ордена мужества России. Белла Джазаева об истории большой любви к Кавказу, его людям и фотографии. Каждая фотография показывает, насколько горцы близки автору по духу, по менталитету и даже по характеру. Ведь он и сам вырос на Кавказе. Андрей говорит: «Получаю удовольствие, когда снимаю этих людей, а потом дарю им их портреты». Все снимки Андрей передает в музее, где они хранятся в архиве с подробными описаниями, где именно сделана фотография и кто на ней изображен. Таким образом, даже через 100 лет эта информация будет доступна. Такой выставки у нас еще не было. Не потому, что у нас нет героев. Героев у нас очень много. Героев с каждым днем становится все больше. Но вот именно Андрей Петрович нашел такую возможность, такой подход, такой взгляд, который не каждому фотографу вообще природой дан. И я думаю, для нашей республики, как и для многих республик, где Андрей Петрович поработал, это огромная радость, что есть такая возможность, есть такой взгляд, есть такая рука, которая это зафиксировала. Про свое увлечение фотографией Андрей вспомнил, когда ушел с военной службы и практически сразу стал снимать не для семейного альбома, а красоту Кавказа. Так продолжалось несколько лет, пока он не понял, насколько интересно снимать людей. Андрей отлично знает многих людей, которых фотографирует, со многими крепко дружит. Фотограф считает, что помимо искренней любви к своему ремеслу, для получения отличных снимков нужна насмотренность и непременно взгляд в человеческую душу. Есть такие вещи, вот я всегда говорю, вот они в душе, их невозможно как-то объяснить, вот, да, про них нужно рассказать. С таким трепетом относишься, с такой вот, знаете, вот любовью, да, вот. И много есть чему научиться, много есть чему поучиться. Вот отношения и вера, почитание предков, да, вот культура, традиции, вот, ну, много-много всего. Это вообще моя одна из любимых тем вот, народа Северного Кавказа. В нашем городе была выставлена маленькая часть работ Андрея Смольникова, посвященная именно нашей республике. Но каждый зритель получил неописуемое удовольствие от увиденного. Кто-то увидел здесь своих родных и близких. Также неизгладимое впечатление на присутствующих произвели портреты наших известных людей и просто шедевральные фото людей старшего поколения. А нам удалось даже встретить маленькую героиню, которую Андрей фотографировал несколько лет назад. Я помню, как тебя снимали? Как меня снимали. Это было очень неожиданно. Мне очень понравилось. И вот я сегодня пришла и снова увидела свою фотографию, и я очень обрадовалась. Фотография для этого автора – это уже образ жизни. Возвращаясь из очередной поездки, перебрав отснятый материал, уже через пару недель Андрея снова тянет на новую экспедицию – снимать и еще раз снимать. А свое истинное призвание этот художник видит в фотографировании людей. И надо сказать, что это не просто снимки, это блистательные фотокартины о людях, о судьбах, о жизни. Белла Джазаева, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.